водичка офигенная. Не сказать, что очень теплая, но приятная. А сейчас я хочу прогуляться вдоль этих скал гостеприимных. Мне все-таки удалось сюда спуститься. Надеюсь, что удастся и подняться. Но я хочу сделать небольшую экскурсию по вот этим скалам, вдоль этих скал. Какие тут древние породы. Вот все видно. Какая здесь водичка чистейшая. Такой причудливо изрезанный берег. Там, скорее всего, поднутрение есть. Если я туда доберусь, и меня ничто не остановит. Никакая кусака. Или глубина. Или я не утоплю камеру. Ой. Тут уже скользко начинается. Но я так подозреваю, что там вдоль вот такие гроты будут. Тут уже начинается скользко. А если переступить? Так, раз переступила. Я думаю, что ежиков тут нету. Ой, очень скользкие камни. Не пойду я туда. Очень скользкие камни. Я просто боюсь утопить камеру. Я сегодня без аквабокса. Ноги спасаются. Боже. Хуже, чем на катке. А! Нет, не пойду. Очень скользкие камни здесь. Трудец, какие скользкие. Мне просто жалко будет камеру. Сейчас выберусь. И эти скользкие. Ну вот тут песочек. Какое время назад. Злоупотреблять гостеприимством как бы не надо. Это я тоже прекрасно понимаю. Ну, вот такое местечко. Укромное. И могу сказать, что практически недоступное. То есть сверху, глядя вниз, не очень-то хочется спускаться. Но я просто любитель таких пляжей. И поэтому решилась. Вот по этим скалам надо будет потом обратно заползти наверх.